Компания в США без налогов – американская мечта или реальные возможности? С каждым годом становится сложнее вести международный бизнес. Необходимо искать схемы сохранения активов, разрабатывать новые цепочки развития предпринимательской деятельности. Рассмотрим юрисдикцию США в качестве перспективной бизнес-платформы, открывающей новые горизонты при условии отсутствия необходимости платить налоги, на примере штата Делавэр. Ни малейшего риска. Мировая политика, диктующая условия активной всеобщей борьбы с серыми финансовыми схемами и отмыванием денег, делает невозможным и рискованным использование офшоров. Классические схемы становятся неактуальными, в то время как юрисдикции, предлагающие гибкие условия налогообложения, выходят на передний план. Соединенные Штаты Америки, а точнее штат Делавэр, оптимальная юрисдикция для регистрации компании-нерезидента, позволяющая оптимизировать систему налогообложения, стать безопасной и надежной гаванью при проведении различных проверок. Штат выгодно расположен на побережье Атлантического океана США. Граничит территория с огромными бизнес-центрами Нью-Джерси и Вашингтон. Административный центр – город Делавэр. Является крупным финансовым промышленным бизнес-центром. Преимущества. Самым большим преимуществом создания LLC в Делавэре является конфиденциальность и защита активов. Компания, учрежденная в штате Делавэр, гарантирует пониженное налогообложение или отсутствие налогов, защиту интеллектуальной собственности, минимум ограничений, стабильный рост активов, политическую стабильность, форма собственности для компании-нерезидента. В Америке законодательство вполне лояльно относится к иностранным инвесторам, желающим открыть компанию в одном из штатов. В юрисдикции могут работать предприятия, занимающиеся любым видом деятельности, не запрещенным законом. Компании, наиболее часто регистрируемые на территории штата, открываются с целью развития стартапа. Среди нерезидентов наиболее подходящими являются организационно-правовые формы организации бизнеса. Корпорации и компании с ограниченной ответственностью LLC. Как показывает практика и опыт, LLC – наиболее оптимальная форма бизнеса. Компания сравнительно недорогая в обслуживании, не имеет требований к капиталу, предоставляет ограниченную ответственность собственникам-руководителям. Пройдемся по привлекательным особенностям LLC. Освобождение от федеральных налогов. Ограниченная ответственность предопределена вкладами в уставный капитал. Отсутствие валютного контроля. Соблюдается конфиденциальность личных данных бенефициаров благодаря разрешенному в штате номинальному сервису. Не ограничено максимальное и минимальное число участников компании. Открыть LLC может одно лицо, причем или физическое, или юридическое. Полная финансовая свобода. Для американской компании имеется возможность открыть счет в любом банке Америки. Дистанционное управление. Акционерное собрание разрешается проводить за пределами штата. Что значит инкорпорировать? Создание бизнеса означает превращение статуса индивидуального предпринимателя или полного товарищества в компанию, официально признанную государством. Когда компания регистрируется, она становится собственной юридической структурой бизнеса, отделенной от лиц, учредивших бизнес. Посредством регистрации владелец компании создает отдельное юридическое лицо для ведения бизнеса. Это новая компания, корпорация или общество с ограниченной ответственностью, меняющая привычный взгляд на бизнес глазами закона и часто вызывает большое доверие у потенциальных клиентов, поставщиков, сотрудников. Налоговые обязательства. LLC в США – компания с особым статусом. Фирма, учрежденная не резидентом, не гражданином США, не получающая доход на территории Америки, не обязана уплачивать налог на прибыль в США. Уверенно обозначим, что бизнес в США без налогов – это реальность. Важные нюансы. Полученная прибыль компании LLC в США распределяется между участниками партнерства, и каждый из них должен платить налоги в зарегистрированной юрисдикции. Американское правительство не заставляет взимать налог с доходов иностранцев-нерезидентов. Фирма не обязана подавать налоговую декларацию. Один раз в год компания должна оплачивать франшизный сбор, составляющий $300.
Франшизный налог – это фактически патент, предоставляющий право компании вести предпринимательскую деятельность в штате. Его перечисление в бюджет подтверждает активность фирмы, является платой за преимущества компании, зарегистрированной в Делавэр. США для стартапа и инвестиций. Бизнес в США становится популярным. Иностранцы открывают большие и мелкие американские компании, предоставляют услуги, производят, занимаются продажами. А самое главное, находят и используют преимущества бизнес-системы Соединенных Штатов. Нерезиденты, не являющиеся гражданами США предприниматели, могут открыть собственное дело в Америке, реализовать бизнес-стратегию, использовать привилегии самой гибкой фискальной системы с самыми низкими налоговыми ставками. Американская компания вызывает уважение и доверие. Это неоспоримый факт. Если ваша цель состоит в развитии стартапа и вы планируете привлечь инвестиции, тогда инкорпорация американской компании в штате Делавэр будет лучшим решением. Американцы доверяют американцам, поэтому регистрация LLC станет отличной возможностью развиваться в бизнес-среде крупнейшего региона США и позволит масштабировать собственный бизнес, расширить клиентскую базу, рассчитывать на крупные инвестиции, повысить собственный престиж и авторитет. Стремитесь открыть компанию в США, мы приведем краткое руководство того, как это осуществить. Регистрация компании в США удаленно. Нет ничего сложного в регистрации компании в США онлайн. Нашим клиентам нет необходимости заниматься поиском юридического адреса зарегистрированного агента, составлять и вести отчетность. Компетентные специалисты окажут полное сопровождение. Алгоритм действий. Выбор наименования фирмы. Имя не должно повторять действующее название компании. Запрещено использовать слова «траст», «банк». В названии должно фигурировать сокращенное обозначение LLC. Следует определиться со структурой компании с ограниченной ответственностью, количеством участников. Назначить регистрационного агента, представляющего компанию в штате Делавэр. Это официальный представитель компании в штате. На его адрес будет приходить документация, корреспонденция от компетентных органов. Как правило, это юридическое или частное лицо, официально зарегистрированное в штате. Информация о нем находится в открытом доступе. Подготовить описание производственной программы, описание видов деятельности. Завершающий этап заключается в оформлении заявки и подаче ее в регистрационную палату. Успешно прошедшая регистрацию фирма получает номер EIN – идентификационный номер работодателя. Он выдается службой внутренних доходов Америки. Также EIN является налоговым идентификатором компании. С получения EIN начинается работа любого предприятия в США, так как позволяет вести бизнес на законных основаниях. Документы для регистрации бизнеса в США. Предоставляются заверенные копии, официально переведенные на английский. Загранпаспорт учредителя, ФИО дата рождения, адрес фактического проживания. Зарегистрировать компанию в США вы можете прямо сейчас, и это будет 100% успешно, быстро, легко, конфиденциально, максимально выгодно для вас. Поддержка бизнеса в Америке. Неважно, корпорацию или общество с ограниченной ответственностью вы открыли в США, следующим важным шагом станет ваше намерение и способность поддержать бизнес. Профессиональное сопровождение избавит от лишних хлопот. Легко, комфортно, быстро решит любые вопросы ваш регистрационный агент. Его ключевая роль заключается в организации получения корреспонденции, хранения документов, необходимых для ведения бизнеса. Отчетность предприятия. Невзирая на привилегии для компании, зарегистрированной в Делавэр, американское законодательство не дает поблажек компаниям в плане отчетности. Тут должен наблюдаться полный порядок. Первый годовой отчет LLC обязана предоставить через год после регистрации. Обязательным является подача финансовой декларации тогда, когда компания получает прибыль внутри юрисдикции, и она распределяется между резидентами, участниками партнерства. Для нерезидентов список подаваемой отчетности сокращен, но бухгалтерский учет и отчеты компании по проведенным финансовым операциям сдавать нужно в обязательном порядке. США – страна, в которой действует сильная и прозрачная система права. Соблюдение законов должно быть главным принципом для любого предпринимателя. Вам обязательно нужно предусмотреть самостоятельно или доверить
проводить сопровождение бизнеса профессионалам в плане решения важных вопросов, заполнение форм государственной отчетности, оплата регулярных сборов, проверка-отправка отчетности, оформление необходимых лицензий. Профессиональное сопровождение бизнес-процессов компании в Америке. Преимущества регистрации бизнеса в США с командой профессионалов. Полный спектр сопутствующих услуг. Предоставление полного спектра юридических, корпоративных, государственных, бизнес-аналитических услуг. Профессионалы и опыт в области права. Регистрация и юридическое сопровождение компаний по всему миру. Бухгалтерские услуги и аудит. Налоговое планирование. Оптимизация, регистрация товарных знаков, патентов. Лучшие профессионалы готовы помочь вашему бизнесу. Тщательное обслуживание онлайн. Offshore Pro Group гарантирует, что наши услуги охватывают практически все штаты и предоставляются удаленно. Бесплатные первоначальные консультации. Юристы предоставляют бесплатные первоначальные консультации. Услуги по анализу, разработке правовой позиции согласно поданной заявке. Быстро и безопасно. Обеспечим конфиденциальность, безопасность данных клиента. Эффективность и продуктивность. Стратегическое предоставление современных персонализированных услуг, позволяющих бизнесу добиться успеха.